А нужно разрешение у тебя есть обнаружено? Да. Ничем не примечательная на вид квартира, но обыск показал, что здесь живут наркоторговцы. Известный в Приморье диджей и инженер светового оборудования. Оба работники развлекательной индустрии. Продавали незаконные препараты. К такому выводу пришли сотрудники УФСКН в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Кокаин и психотропное вещество амфетамин молодые люди хранили у себя дома. Ребята, все, обратите внимание, тут брикеты. Каким-то порошком. А вот сбывали наркотики на работе среди посетителей и работников ночного клуба. Известно, что продавцы наркотиков сотрудничали со многими увеселительными заведениями. Наркополицейские изъяли у драгдилеров товара на 500 тысяч рублей, а также весы и приспособления для расфасовки. Уголовные дела уже возбудили, ведется следствие. Обоим продавцам смерти грозит до 20 лет лишения свободы. Олег Завьялов, новости на Восьмом.